Швед и немцы заключили мирный договор. Отлично. Что дальше? И ты уверен, что ему можно доверять? Может быть, вдвоем справимся, как раньше? Эй, я все еще тут и все слышу. Ну так прикрой уши. Тихо. Нету у меня ушей. Нам нужна диверсия, чтобы их задержать. Так отправь этого слизня. Он же спец по этому. Я даже не знаю, это было оскорбление или комплимент. Нет, он в моем старом теле, и нам потребуется его огневая мощь. Тогда что за план? Мы отправляемся в подпространство между мирами. Зачем? Там же ничего нету. О, ты ошибаешься. Если ты слеп, это не значит, что там ничего нету. О чем это он? Мы будем охотиться на паразитов. Паразитов? Откуда они там? Разве они управляемы? Это же дикие твари. Раньше это был другой мир, который разрушил технодемон. И был он прекрасен. Ты-то откуда знаешь? Я родом оттуда. Ты что, тоже паразит? У нас общие корни, но мы пошли по другой стадии развития. Все, хватит болтать. Поехали. Показывай, где они водятся. Думаю, в тех обломках мы сможем их найти. Помни этот день, когда тебя спас Слизняк. Ну, и где они? Я что, пастух? Обычно тут тусуются где-то. Они еще не захватили его полностью, но подчинили тело. У нас есть время его спасти. Что случилось с Мороком? Похоже, паразит захватил его разум. Но я попробую договориться. Слушай меня, паразит. Мы знаем, что у нас есть общий враг — Империя Технодемонов. Если ты поможешь нам победить их, мы поможем твоему народу найти новую родину и дом. Вы хотите, чтобы мы помогли вам? Почему мы должны доверять вам? Мы тоже рискуем, чтобы найти союзников. Вместе мы можем победить Технодемонов. Ты можешь помочь своему народу, а мы своему. Это взаимовыгодное сотрудничество. Хорошо. Я помогу вам. Но знайте, что у нас свои цели. Мы будем следить за тобой, паразит. Не думаю, что мы позволим тебе предать нас.
мир идеален для слияния. Ты что там бормочешь? Не твое дело. Тихо. Наша цель — добраться до башни технодемонов. Паразит покинет морок и начнет отвлекать врагов изнутри. Мы расчистим путь для паразита, а потом для саперных групп. Все в порядке. Морок, держись! Он в порядке. Мы должны двигаться быстрее. Мы почти у цели. Паразит, не подведи нас. Теперь моя очередь. Я отвлеку их, а вы расчистите путь. Спасибо, друзья. Вы не оставили меня. Отдыхай. Ребята, мы почти закончили. Саперы, быстрее! У нас мало времени. Сделали это. Башня пала.
Отлично. Башня уничтожена. Всем имеющимся монстрам и немецким частям перейти в атаку и уничтожить противника. Зачем же всех уничтожать? Ты это о чем? Давайте попробуем взять одного из них в плен для изучения. Хорошая идея. Я выделю для этого дела отдельный отряд. Я снабжу их нужным оборудованием. Экспонат любопытнее, чем я подозревал. Yeah.
издевался. Безопасности. Что-то я не уверен. Вот черт! Вот он! Вот он! Стреляйте! Шайзе! Кто-то попал в генератор? Куда он делся? Еще и чертов свет мигает. А разве тут было два ящика? Out!